Хорошее настроение у Тимура Белялова. Это, наверное, потому что новая амуниция пришла. Со здоровьем у Тимура Белялова все нормально. Жив-здоров. Сегодня тренировку на льду не пропускает. Вообще не пропускаю. Приятного аппетита. Витамины с утра. Залог бодрого дня. А сколько срок службы у вратарских трусов? Ну, вообще у игроцких. Я вам практически все регулярно продержались. Это нормально считается? Считается прекрасно. Экономный ты наш, Тимур Белялов. Ну, такое не такое. Да. С кем играем-то хоть знаешь сегодня? Ту-ту! Ту-ту! Вот это хорошо было. А еще можно? Все, хватит. Мы сопернички подъехали. Привет, ребята. Здравствуйте. Доброе утро. Добро пожаловать в ретро-условия. С возвращением, что ли? Спасибо. Макс, какими судьбами? На совсем, я надеюсь? Пока это неизвестно. Игра покажет? Игра покажет. А в состав попадете? Как принято, что пришли. Вот еще один. Семен Терехов, привет всем. Всем привет. Тоже с возвращением? Получается так. Я уже у Макса спрашивал, вы навсегда или так? Ну, не знаю. Как пойдет? Да. Ну, что-то... Будем стараться. Шкафчик безымянный. Не верили в твое возвращение, видимо, Сема. Пусть. Что это за красивого дяденьку нам занесло откуда? А, так это Джамир Мифтахов. Привет. Здравствуйте. Нормальный прикид так. Игровой гэнг. Должен быть торжественным? Да. И аккуратным? Да. Щитки на разминке. Мы обязательно договоримся. Это по этому случаю генеральный менеджер с утра при параде? Конечно, из-за него тоже пришел. Из-за него можно. Сразу перестал хромать. На Дальнем Востоке опухают ноги. Просто мне надо обрадовать. Нет, нам туда не надо. Самый результативный игрок Акбарса 2024 года. Автор дубля в «Спартаке» Семен Кошелев. Привет, Сем. Привет. Съездил домой, зарядился, но что-то как-то не забросилось в родных стенах. Серег, ну хватит уже, а? Мой дом в Казани. Я вот сейчас просто выпал в осадок. Красавчик Семен Юрьевич, красавчик. Матч ТВ Миллера снимает. Алга Акбар. Алга. Тишина от Станислава Галиева. Тоже хорошо? Я на тебя обиделся. Спасибо. За что хоть? Ну, ты мне кофе не взял. Исправлюсь, Стас. Макс, кого из состава вытеснять будешь? Получается, что Семенова. Вежливые партнеры.